В Казахстане могут закрыть 6 высших учебных заведений. В настоящее время их судьбу решает суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр просвещения Асхат Эмагамбетов. По его словам, в стране признаны недобросовестными 15 вузов. В основном они обучали будущих педагогов и юристов. В результате более 100 тысяч молодых людей продолжат обучение в других университетах. Примечательно, что теперь лицензии на обучение для вузов перестанут быть бессрочными. Их будут выдавать на 5 лет, а переоформление документов будет проходить при соответствии с квалификационными требованиями. Я надеюсь, из лексикона высшей школы в скором времени навсегда пропадут такие термины, как «фабрика дипломов» или «вузы-пылесосы», написал министр в заключении поста.